Вот черт! Том! Опять пропал! Да как так? Нет, надо искать. Далеко он уйти не мог. Что за... Ема! Блин, куда бежать? То он бы подсказал. Ладно. Здесь когда-то был садик. Спрячусь там. Нет. Ну, что? Ты хотел меня убить? Давай, я жду. Выходи. Ты хотел меня запугать? У тебя это получилось. Как тебе там? Херобрин, где ты? Ты жив, да? Пока что да. Нас же спасут, да. Вы перебили мою армию. Взорвали мой корабль. Вы поплатитесь за это. Моя месть будет жестока, но я хочу собрать всю вашу команду, чтобы уничтожить вас вместе и сразу. Поэтому сейчас вы мне скажете, где ваш третий герой? С чего ты взял, что мы будем тебе что-то говорить? Хорошо, начнем с тебя. Значит, да. Пока твой брат не скажет, где третий, я буду бить тебя, и у меня есть хорошее оружие. Ты что, спятил? Видите этот меч? Им вы дрались против первого инопланетянина, а теперь я буду убивать тебя. Стой! Том, молчи! Я все скажу. Нет, не делай этого. Он же убьет тебя. Пусть убивает, но я ему ничего не скажу. Эй, ты! Я скажу тебе, где Крис, если ты отпустишь нас. Том,
Не сдавай Криса! Говори. Он на острове, где мы взяли твой корабль. Черт, Том! Он бы убил тебя. А как же мы? Ты обещал отпустить нас! Нас ведь скоро убьют. У нас есть шанс все исправить. Вот черт, где Херобрин? Тебя не волнует, что мать тут кровью истекает? Куда делся Херобрин? Он исчез. Опять опустил. Майк, глубокие раны. Жить буду. Он не хотел нас убить. Ему нужен наш друг, Крис. Так, Том, вот, держи оружие. Ого, круто! В следующий раз я постараюсь не допустить такого. Все, до скорого. Пока. Кстати, где мы? На чердаке нашего дома. У меня сильно болят раны. Надо перевязаться. Идти сможешь? Да, постараюсь. Стой! Ты слышишь этот звук? Что? Лезь за мной. Вау! Смотри! Ух ты! Херобрина? Я не знаю, зачем они здесь, но у меня появилась идея. Пошли за мной. Не знаю как, но надо забраться в этот корабль. Вау! Чувствую, скоро запахнет жареным.